Согласно постановлению столичной мэрии под номером 132 от 12 февраля, в связи с эпидемическим подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на территории города Кызыла в детских, дошкольных, общеобразовательных, спортивных и культурно-массовых учреждениях объявлен карантин. Учитывая то, что за прошедшую неделю зарегистрировано 1115 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что превысило 2,4 раза установленного эпидемиологического порога. И к тому же прирост по сравнению с позапрошлой неделей составил 20% более, в связи с чем по предложению главного санитарного врача по республике Тыва на территории города Кызыла объявлено карантин, то есть введены ограничительные мероприятия с 12 февраля сроком на 7 дней. Руководителям детских садов и школ рекомендовано усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, проводить регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и организовать масочный режим.